16 метров в высоту, общая площадь 100 квадратных метров. Самые разнообразные трассы, попроще для начинающих и посложнее для профи, таких как альпинист Дмитрий Гребенников. Он уже который год представляет Россию на международных соревнованиях и подтверждает, новый скалодром – конструкция мирового уровня. И по качеству, и потому, что только здесь будет, сейчас готовят основу, так называемая трасса «Эталон». Первая и пока единственная, опять же, в крае, она позволит проводить соревнования высочайшего уровня. На этой конструкции могут проводить соревнования вплоть до Кубков мира по скалолазанию, в том числе на скорость, вот та дисциплина, которая недавно стала олимпийской. Вот. И также, вероятно, очень возможность установления мировых рекордов на этой конструкции после процедуры сертификации определенной. Многих неспециалистов поначалу шокировала стоимость объекта. Напомню, около 27 миллионов рублей. Деньги небюджетные, выделены благотворительным фондом поддержки олимпийцев России. Дмитрий поясняет, требования к безопасности и качеству настоящего скалодрома высочайшие, поэтому каждая копейка обоснована. Проект очень основательный, начиная с фундамента. Здесь огромный фундамент, плита, плюс металлоконструкция, заказанная на заводе металлоконструкции, произведена специально там с учетом всех требований. Фанера со специальным покрытием, зацепов огромное количество. Всего в России таких скалодромов 3, включая наш. А в следующем году планируется возвести еще один в Горной Белокурихе. Многие любители скалолазания встревожились. Значит ли это, что теперь закроют старый скалодром в парке Изумрудном? Дмитрий уверяет, он еще очень пригодится для особого направления в альпинизме – ледолазания, которое сейчас активно развивается в Алтайском крае. Старый, но не бесполезный. Скалодром в Изумрудном еще на какое-то время останется единственным местом в городе, где можно проводить настоящие ледовые тренировки. Совсем скоро здесь начнут заливать сосульку, так называемую, и начнутся тренировки и даже соревнования. Открытие же нового скалодрома состоится, несмотря на мороз, завтра. Организаторы обещают яркое представление. Гостей ждут выступления лучших скалолазов края и даже праздничный салют. Илья Кочетков, Алексей Фризин, «День с толком».